один. Мне немножко страшно. Это нормально? Думаю, да. Это ведь все-таки твоя проклятая пьеса. Если все пройдет удачно, то это большая удача. Неужели? Ну где представление? Начинайте уже. Все уже пришли. Да. Пора начинать. Ой, а вдруг кто-то слова забудет? Я точно не забуду. Не трясись. Все будет нормально. Ой, ладно, я пошла. Инопланетяне на исходную. Удачи! Добро пожаловать на первую часть спектакля «Три мини-пига». Мы все очень долго ждали премьеры. И, наконец-то, дождались. Итак, начинаем! Как-то жили-не-тужили три веселых порося, гордой маленькой породы, что раскармливать нельзя. Мини-пиг так-сяк по жизни, был веселый шалопай, песни пел и куролесил, и ленивый просто в край. Сам никак, брат самый младший, неуклюжий рукопоп. Даже корку с апельсина в одиночку снять не мог. Леонид другое дело. И рукаст, и головаст. Самый старший мини-пиг. И братьев обижать не даст. Вот решили наши братья наконец наладить быт. Ведь вопрос жилья давно уж где-то в воздухе висит. Чтобы лишний раз не спорить, было твердо решено. Каждый брат сам будет строить под свой вкус себе жилье. Дом у моря я хотел бы, но в округе нет морей. Посему жилье построю, а бы где и побыстрей. А потом пойду по полю ярких бабочек ловить, разрисовывать заборы и под музыку тусить. А я вовсе не уверен, что смогу построить дом. Может, ты поможешь мне, а тусить будешь потом? Ой, да что там вообще строить? Одна крыша, пара стен. Что ж ты, брат, так беспокоен до трясущихся колен? Леонид вздохнул грустняво. Братьев он прекрасно знал. Ведь почти всегда в итоге их проблемы он решал. Но решать проблемы стоит постепенно, по одной. Дом сперва себе построю, а потом займусь роднёй. Лёня тут же удалился покупать стройматериал. Сам никак вдруг разозлился и куда-то убежал. А таксяк траву и палки на опушечке собрал, вырыл маленькую ямку и туда утрамбовал. И довольный результатом свой шалаш решил обмыть. Взял бутылку лимонада и собрался его пить. Но едва с шипящим звуком полилась в стакан вода, тут откуда ни возьмись, на порог пришла беда. Нарушаем, мистер Пик? Что это за халабуда? Самострой и неликвид этот я терпеть не буду. Впрочем, есть одно решение, и уйду без лишних слов. Денежки давай своими и глаза закрыть готов. В нашей сказочной деревне никаких законов нет. Строить что и где угодно снят давно уже запрет. Так что скройся по-здорову, ни копейки я не дам. А попробуешь ограбить, затаскаю по судам. К слову, волка звали Рэкет, местный псевдогосподин. Сам себя назначил главным и теперь пугал ходил. И суда он не боялся, самосуд он сам вершит. Волк на слабых наживался, наглый подлый паразит. Мистер Пик, я не расслышал, что сказали вы сейчас? Мне дерзить не надо, свин, а то врежу промеж глаз. В этой сказочной деревне есть закон для всех один. Если хочешь жить спокойно, мне ты денег заплати. Но коль платить не хочешь, ты, дружок, сам виноват. Чудный день тебе испорчу, отберу твой лимонад. А шалашик неприглядный сей секунды же спалю. Чтобы было неповадно, должников я не терплю. В подтверждение угрозам спичку шантажист достал. Чирк, и пламя осветило злой глумящийся оскал. Вспыхнул маленький шалашик, и дотла сгорел за миг. Ну а волк смотрел на свинку, улыбаясь как мясник. Глупый-глупый мини-пик, зря со мной ты поругался. Не прощаю я обед, да еще проголодался. Не устроят ли шашлыки мне на этом пепелище? Главным блюдом будешь ты. Это ведь твое жилище. Помогите! Первая часть спектакля окончена. Спасибо за просмотр. Если интересно, что будет дальше, ставь лайк и подписывайся. Спасибо за внимание. До свидания.